Добрый вечер, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Вот покажу я вам вечернюю сводку моих новостей. Сейчас у нас время 16 часов 37 минут. Как вы видите, погода испортилась, идет дождь. Но температура у нас 8 градусов тепла. Здесь на право идет шоссе де Брюссель, а прямо идет дорога в центр города Турне. Вот, идет дождичек и такие вот пробки. Все едут, торопятся домой или забирать школьников. Со школы. Вот. Тут этот перекресток. Всегда здесь скапливается много автомобилей, потому что он работает буквально секунду и сразу загорается красный свет. А нам нужно ехать прямо. Вот. Так что мы потихонечку движемся к нашему железнодорожному вокзалу и дальше проедем. Я не остановлю съемку, а покажем, какие сейчас цены у нас на бензин, солярку и так далее. Это будет длинный репортаж поездки по городу в такую погоду. Идет дождь, погода плюс 8 градусов тепла. Вот. И мы продвигаемся все ближе и ближе к нашему железнодорожному вокзалу. А здесь направо идет шоссе Дрене. Это люди здесь поворачивают направо. Вот большая пробка. Это идет. Они едут. Здесь недалеко есть город Рене, ну и другие небольшие поселки, где проживают жители Турне. Вот такой вот светофорчик здесь и там создается пробка. Вот интересно, это долго будет пробка, вон сколько автобусов я смотрю проезжает. Налево. Вот. Я думаю, что там что-то сигналит там. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Мы уже прямо. Вот. Мы поедем прямо. Хотим увидеть, что там произошло. Что-то там сигналит. Это сцена. Что-то там есть, похоже, что там случилась какая-то авария. Ну, подъедем ближе, увидим. Вот с правой стороны это вокзал, я не знаю, там видно на камере будет или нет, но сейчас мы ближе подъедем к зданию казино. Я вам покажу с правой стороны. А это автобус идет Первелли. Это есть город. Как город? Небольшой городишко Первелли. На границе с Францией. Вот. Это идет на железнодорожный вокзал. Заберет меня. Пассажиры, вы поедете. Так, ну что, вот подъезжаем мы, вот там видим Сольде. Вот, Сольде
Сольден Вегас. Вот там написано, я не знаю, будет видно, на казино Спортс. Вот так вот я увеличу. Казино Спортс. Вот оно. Здесь у нас ресторан и казино. Пошел сильный дождь. Вот, я что-то не вижу, что там какие-то аварии. Это все тут ремонтирует. Вот пошла скорая помощь. Вот она. Оттуда что-то там произошло. Поэтому такие крупные. Крупная такая пробочка здесь. Все практически. Вот. Там включил сигнализацию. Видимо, отсюда кого-то забрал. Едет в сторону госпиталя. Автобус повернул направо на свою линию. Мы едем за ним. Догоняем его немножко. Вот. Но здесь опять пробочка небольшая. Придется и нам тормозить. Ну, мы никуда не торопимся. Я вам скажу, что я, как и говорил, что я на пенсии. А на пенсии нужно отдыхать в свое удовольствие. Вот такие вот дела. Вот опять пробочка. Автобус прошел по правой стороне. По правой стороне. Я не знаю, вы слышите, как дождь идет? Я думаю, что да. Это перед кругом там. Обычно там светофора нет, там круг. И я уже говорил, по-моему, в одном из репортажей, что с правой стороны построили совершенно недавно. Очень огромный кинотеатр, как говорится, Имажикс называется, где можно посмотреть фильмы. И там есть Бургер Кинг, покушать с друзьями. Я уже тоже говорил, надо как-то посетить этот Имажикс, посмотреть какой-нибудь фильм и показать вам оттуда репортаж небольшой. Поэтому мы сейчас перестраиваемся на правый ряд. Здесь идет перестройка. И дальше едем в сторону заправки, где я покажу, какая сейчас стоимость на бензин, солярку и газ. Так что вот такие вот дела, ребята. Конечно, вот сейчас компьютер мой в машине показывает 8 градусов тепла, то есть зима у нас уже, можно сказать, закончилась. Никогда здесь не будет такой зимы, как, скажем, на севере. С левой стороны надо вот тут. Добрый вечер, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Вот покажу я вам вечернюю сводку моих новостей. Сейчас у нас время 16:37. Как вы видите, погода испортилась, идет дождь, но температура у нас 8 градусов тепла. Здесь направо идет шоссе де Брюссель, а прямо идет дорога в центр города Турне. Вот, идет дождичек и такие вот пробки. Все едут, торопятся домой или забирать школьников.
со школы. Вот. Тут этот перекресток. Всегда здесь скапливается много автомобилей, потому что он работает буквально секунду и сразу загорается красный свет. А нам нужно ехать прямо. Вот. Так что мы потихонечку движемся к нашему железнодорожному вокзалу и дальше проедем. Я не остановлю съемку, а покажем, какие сейчас цены у нас на бензин, солярку и так далее. Это будет длинный репортаж поездки по городу в такую погоду. Идет дождь, погода плюс 8 градусов тепла. Вот. И мы продвигаемся все ближе и ближе к нашему железнодорожному вокзалу. А здесь направо идет шоссе Дрине. Это люди здесь поворачивают направо. Вот большая пробка. Это идет. Они едут. Здесь недалеко есть город Риме. Ну и другие небольшие поселки, где проживают жители Турне. Вот такой вот светофорчик здесь, и там создается пробка. Вот интересно, это долго будет пробка, вон сколько автобусов, я смотрю, проезжает. И там пробка. Ну да, там вообще пробка создалась. Вот этот решил поворачивать налево. И я думаю, что там что-то сигналит там. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Ну, идет прямо. Вот. Мы поедем прямо. Хотим увидеть, что там произошло. Вот. Что-то там сигналит. Это самое. Что-то там есть, похоже, что там случилась какая-то авария. Ну, подъедем ближе, увидим. Вот с правой стороны это вокзал, я не знаю, там видно на камере будет или нет, но сейчас мы ближе подъедем к зданию казино. Я вам покажу с правой стороны. А это автобус идет Перуэль. Это есть город. Как город? Небольшой городишко Перуэль. На границе с Францией. Вот. Это идет на железнодорожный вокзал. Заберет, видимо, пассажиров и поедет в Перуэль. Так, ну что, вот подъезжаем мы, вот там видим Сольде. Ой, Сольде. Сольден Вегас. Вот там написано, я не знаю, будет видно на казино Спортс. Вот так вот я увеличу. Казино Спортс. Вот она. Здесь у нас ресторан. И казино. Пошел сильный дождь. Вот, я что-то не вижу, что там какие-то аварии. Это все тут ремонтирует. Вот пошла скорая помощь. Вот она. Оттуда что-то там произошло. Поэтому такие крупные. Крупная такая пробочка здесь. Все практически. Вот. Там включил. Видимо, отсюда кого-то забрал. И выйдет в сторону госпиталя. Автобус повернул направо на свою линию. Мы едем за ним.
здесь опять пробочка небольшая. Придется и нам тормозить. Но мы никуда не торопимся. Я вам скажу, что я, как и говорил, что я на пенсии. А пенсии, на пенсии нужно отдыхать. Отдыхать в свое удовольствие. Вот такие вот дела. Вот опять пробочка. Автобус прошел по правой стороне. По правой стороне. Я не знаю, вы слышите, как дождь идет. Я думаю, что да. Но это перед кругом, там обычно, там светофора нет, там круг. И я уже говорил, по-моему, в одном из репортажей, что с правой стороны построили совершенно недавно. Очень огромный-огромный кинотеатр, как говорится, Imagix называется, где можно посмотреть фильмы, и там есть Бургер Кинг, покушать с друзьями. Я уже тоже говорил, надо как-то посетить этот Imagix, посмотреть какой-нибудь фильм и показать вам оттуда репортаж небольшой. Поэтому мы сейчас перестраиваемся на правый ряд. Здесь идет перестройка. И дальше едем в сторону заправки, где я покажу, какая сейчас стоимость на бензин, солярку и газ. Так что вот такие вот дела, ребята. Конечно, вот сейчас компьютер мой в машине показывает 8 градусов тепла, то есть зима у нас уже, можно сказать, закончилась. Никогда здесь не будет такой зимы, как, скажем, на севере. Вот с левой стороны надо. Вот и мы поехали. Теперь тут слева вы нас пропускаете. Мы едем. Вот прямо вот там Imagix. Мы поворачиваем направо. И здесь проезжаем. И сейчас мы остановимся стоит эти бензин, солярка и газ. Повысилась, интересно, цена или нет. Сейчас узнаю. Так. Вот опять скорая помощь, видимо, идет. Вот, я сейчас показываю цены на горючие смазочные материалы. Значит, я говорю, дизель евро 68. Супердизель евро 75. Евро — это бензин АИ-95 стоит евро 54. И бензин АИ-98 евро 88.
Газ стоит 1 евро 62 цента. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Это заправка Эссо Экспресс. Вот такая вот погода у нас. Вот, и вот такая пробочка, как всегда. Всем удачи, хорошего настроения, мирного неба над головой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока.